Новый год – это время чудес, волшебства, искренних пожеланий, ну и, конечно, подарков. О том, что хотят подарить ульяновцы своим родным и близким, мы узнали у прохожих. Что вы хотите подарить своим родным и близким? Какой у вас подарочек есть? Счастье, улыбки и радости. Тепло, доброту, счастье и всего самого наилучшего. Здоровье. Самый главный из всех подарков – это здоровье. Пожелать хотела бы здоровья, конечно, в качестве подарка. Что бы вы хотели подарить своим родным и близким? Может быть, что-то уже купили? Я бы хотел, прежде всего, подарить им с вами любовь. Отлично. А вы бы что хотели подарить? Я, на самом деле, если честно, еще как бы думаю над этим. И то есть вообще я смотрю, что именно нужно тому человеку, которому я хочу подарить подарок. Так что я пока еще в поиске. Родным и близким? Да. Какой подарок? Да. Я еще не решил, девчонка. Ну, хотя бы вот примерно, что вы думаете? Ну, мы пенсионеры, что мы можем подарить? Ну, обычно спрашиваешь, да, что обычно нужно. Зачем дарить то, что не надо? Если бы я много зарабатывал, я бы машину подарил. А кому именно хотите подарить машину? Отцу. Отлично. Вы что хотите? А я своим родителям билеты в кино подарю. А то они работают и не выходят никуда. Чтобы вышли и погуляли. А вы бы что хотели подарить? Туристическую путевку, наверное. В какие-нибудь места красивые. Ну, я, так как я занимаюсь рукоделием, я буду делать что-то от своей души. Так самый лучший подарок идет от сердца, он с теплом. А каким рукоделием вы занимаетесь? Я вижу браслеты, темляки, брелочки разные. Что вы хотите подарить своим родным и близким на Новый год? Это все самое необходимое только, что считаю я. Ну, а можете открыть немножечко тайну? Что, может быть, уже купили что-то вы? Ну, пока не всем купила. А что внук... это? Это предметы там, не знаю, личная гигиена, полотенце. Что это вот из вещей? Ну, нет, ну, внуку игрушку купила пока. А остальным пока еще в поиске. Из подарков? Ну, какие-нибудь елочные игрушки, чтобы поднимали настроение. Я вот, например, пришел к родной сестре, просто подарил бы какой-нибудь пирог, если бы сам его приготовил. Вот и все. Голову сломали. Снег, снег. И все. Больше нам ничего не надо. Чтобы он выпал под Новый год. Красивый. Крупный.